Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы приготовим с вами очередной вариант консервированной рыбки. В данной ситуации это карп с морковью, с луком, собственным соком. Рыбку мы, как всегда, почистили, вымочили и перекладываем ее слоями с луком и морковью. Слой рыбки и слой овощей. Рыбку мы предварительно посолили. Специи укладываем на низ баночки. Укладываем все по поясочек. Чтобы когда оно будет закипать, жидкость не переливалась через верх. Я готовлю рыбную консерву в ассортименте. Все эти рецепты вы можете посмотреть у меня на канале. Итак, подготавливаем емкость, в которой будем готовить нашу рыбную консерву. Ставим все баночки, заливаем водичку и готовим 3 часа на среднем огне, чтобы внутри жидкость стала немножко кипеть. После чего баночки достаем, аккуратно закатываем и ставим обратно емкость, добавляем воду и готовим 10 часов, но уже на маленьком огоньке, на малюсеньком. И все, консерва будет наша готова. Обязательно, когда выключаете газ, консерву нужно оставить в емкости до полного охлаждения. Только после этого уже ставите в холодильник, в погреб, храните минимум полгода, никаких проблем с хранением у вас не будет. Я имею в виду качество. Вот наша консерва застыла как холодец. Очень вкусно с любым гарниром. Приятного всем аппетита. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Всего вам доброго. До новых встреч.